Добрый день, уважаемые зрители. С вами доктор Казатин. Сегодня тема лекции видеоурока. Следующая точка МЦ1. Тянь-чи, находящаяся в области грудной клетки, контролирует грудь и грудную клетку. Контролирует ребра, контролирует легкие, части бронхов, бронхолегочную систему. Ну и, конечно же, всегда используется данная точка при всех заболеваниях, боли, дискомфорта, ушибы, травмы груди и грудной клетки. Мы не говорим, что данную точку нужно тонизировать либо седатировать, но на месте боли данная точка расслабляется. На здоровой части тела данная точка тонизируется. На следующее утро нужно сделать наоборот. Но также следует брать во внимание и те меридианы, которые контролируют, либо проходят по грудной клетке. Здесь у нас и меридиан печени, и поджелудочной железы, и меридиан желудка, и меридиан почек, и меридиан желчного пузыря. В каком состоянии эти меридианы? Меридиан сердца. Вот уже сколько мы перечислили данных меридианов. Потому это нужно брать во внимание и знать. Потому что не только данную точку можно использовать для восстановления груди и грудной клетки. Либо боли в груди, либо дискомфорте, либо травмы, либо ранений. Не всегда. Данная точка можно использовать как точка скорой помощи. Но именно куда ударила боль, либо откуда она произошла, источник боли. Вот здесь нужно провести диагностику 12 меридианов. Эти меридианы нужно что? Восстановить в норму. Помните, всю грудь и грудную клетку чаще всего, скажем так, контролируют, либо виновником боли и дискомфорта выступает меридиан печени. Этот меридиан нужно восстановить, и те меридианы, которые слабые, вялые, либо воспалены и дают своим воспалением давящий момент, допустим, на грудную клетку. Либо у человека, который слабый, вялый, эти меридианы. И человек чувствует, что нехватку чего-то в грудной клетке, из-за чего происходят те или иные боли, либо дискомфорт, либо расстройство, которое человек объяснить не может. Но он именно чувствует, что вот оттуда исходит боль, либо дискомфорт. Поэтому данную точку, если вы не знаете, как с ней работать, мы всегда традиционно говорим, если человек не знает, как работать с данной точкой, то правая точка МЦ1 тянь-чи тонизируется массажными движениями, левая седатируется. На следующее утро нужно сделать все наоборот. Вы произведете энергиями, то есть обмен энергиями, ничего вы не навредите. Но диагностика 12 меридианов так и откроет вам, все-таки либо приоткроет секрет, откуда же исходят ваши боли в груди, в грудной клетке, в ребрах и не только. Спасибо за внимание.